Скрасить трудовые будни всегда помогала музыка, тем более сейчас песни на любой вкус можно найти в интернете. Для многих артистов, особенно провинциальных, эта платформа вообще единственная возможность выйти в свет. Интернет-продвижением в Иркутске занимаются сотни музыкантов, причем на современные рельсы свое творчество ставят даже те, кто уже давно знаком публике и имеет определенный успех. О преимуществах такого способа общения с аудиторией и будущем регионального шоу-бизнеса шел разговор в утреннем эфире радио «Шансон Иркутск». Гостем стал известный певец и продюсер Аркадий Стародубцев. Он уже многие годы представляет региональную эстраду на федеральном уровне, а сейчас активно занимается продвижением молодых артистов. Но несмотря на новые технологии, главное качество, которое может привести к успеху, остается неизменным. Сейчас стало проще, но для этого необходим качественный продукт. Потому что если делать что-то на коленке, но зритель не поверит. Я вот всегда говорю слова Станиславского, вспоминаю, что не верю. Если это не искренне, если это надумано, если это как-то где-то притянуто, это, ну, зритель поймет фальшь. Все должно быть искренне, хорошо, и ты должен доверять людям, и люди должны тебе доверять.